Четко! Дальний удар, и на добивание Артур Бомбель! Был в офсайде, был в офсайде, был в офсайде Артур Бомбель! Неплохой момент, обязательно надо повторить, посмотреть. Павел Савицкого, Савицкий. Что придумает Павел, кто штрафную? Передача, удар, не сильный, Пнёров. Передача на Бомбеля, Передача в центр штрафной, и что здесь? Филипп Рудик, седьмой. Офсайде. Кстати, вот Бомбель перехватывает мяч, что здесь? Смещается, бьет поворотом. Уже потом мысль, пока атакуют Кумкачи. Наброс, Андрей Воронков, удар, сильно. Контратака Кумкачей, надо давать. Это ошибка. И что здесь? Это пенальти стопроцентный. Будет. Вячеслав Глеб, Курганский. 1-0. Поднимается. Филипп Рудик аккуратно ногу партнеру. Выход 1-1. И вышел. Вновь сопернику. Бомбель исправляет свою ошибку. Рудик. Савицкий разворачивается. Передача на Артем Войскова, кольцевой гол! Гол, 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 гол! Забивает Неман! В коем случае не хотел бы упускать 3 очка. Тем временем выход 1-1 с голкипером. Вячеслав Глеб. Удар и гол забивает Вячеслав. Мимо Ярослав. Вводит нескольких партнеров, падает, и судья показывает подниматься. Савастьянов, слишком слабая передача, Рудик сбрасывает под удар, дальний удар и гол! Явная ошибка Андрея Федоренко!
забила. Вынесен мяч, еще один на весь штрафную, офсайда не было. Евгений Савастьянов падает не без помощи соперника. Савастьянов должен встретиться с мячом. Евгений, так и происходит. Встречается Евгений. Передача на Савицкого. Один гол! Нет! Хотел я сказать...